Мы едем к Анюточке в гости. Вечером погода хорошая, голубчики отвезем. Решили пиццу заказать. Я всегда, когда ты снимаешь видео в очках, у меня вечно засвечивается, и мне не видно. Там, где мы пиццу берем, тут вот так называется кафе. Это не видно, там видно. Очень вкусная пицца. Сейчас вам покажу цены. Видно? Очень вкусная пицца, прям, кто пробует, все говорят, в восторге. Мы 3 штучки заказали. Ну, Оля будет, детвора тоже. Сейчас поедем. Пока ждешь пиццу, можно тут посидеть, подождать. Да? На стол. А мы приехали, все закрыто. Ой, какие красивые цветы! Их даже выбросить. Я еще спрашивала, я говорю, Аня, как твои цветочки? Она говорит, мама, их надо выбросить. А здесь сиди, дети. Дети. Ну вот он один. Майк, привет. А вторая подруга. Ой, ой, ой. Вот уже. Иди сюда, Микуська, иди. Иди сюда. Ай, скажи, побегаем с Майком, да? А эти нормальные еще ленте. Куда ты идешь, Микки? Так. Что у нее дерево подсохло. Ну, вообще-то осень уже, да? Наверное, так и должно быть. Лянь, там трава вообще пожелтела, да? А Дина говорила, у нее этот распустился. Там она поливает. Сказала, гортензия где-то распустила. Смотри. А, вот она, Лянь, у Ани новая ветка гортензии. А, вот это вот. Да, выросла. Овсяница, Лянь, как разрослась. Я давно у Ани была. Овсяница сизая. Вот это вот. Ёжики вот эти вот. Овсяница сизая, да. Ну, шапки такие, да, большие, Жень? Угу. Такие большие уже. Ну, это будет еще, если успеет. Микуська, мяч лежит Камилкин. Пойдем, пойдем, там поливается. Ждем. А куда она поехала? За растением, да? Да я откуда знаю. За растением она в 5 вроде ездила. Что-то ей там подарил растение зрительница. Или за пивом она поехала, что не знаю. Мам, я тоже хотела с папой пойти. Куда? Коллегу, ну, туда. Пошлите все. Да ладно, я уже подожду Аню, потом пойдем. А то она обидится, скажет, тут раз я приезжала к ней, не зашла. Я уже не помню, когда я у нее была. Мам, я тоже хочу пойти. Иди. Ну, я тебя не хочу одну оставлять. Пошли вместе. Сейчас пицца уже остынет. Все поостывает, пока все соберутся. Пошли, Аня занесет домой и пойдет туда. Сейчас. Я ее еще не буду сейчас полчаса. Ты будешь тут сидеть? Угу. Да, мы с Микуськой сидим. Мы с Тамарой ходим парой. Приехала моя. Здрасте. 100 лет. Сидели. Ты в тонаке губы у тебя будут. Сейчас я мазаю. 7 килограмм. А я без. Видите, рыба, рыба. Давай на рыбу тарелку. Я сейчас порежу. Купили рыбки. Сейчас. Ты бровик-то залочила? Да, да, да. Через спектра. Некзор. Да, бровик. Брат, ну, Майку, да, таблетку купила. Рыбка вот такая вот. Вон, так видно. Сейчас я поперекладываю. Давай еще дам одну тарелку большую. Это чипка, да? Нет, это мой. А где Оля? Оля учит уроки. Ой, ужас какой. Я представляю. Да, Олег сказал, да. Что, Оля, может, ты даже не придешь. А, ну, вот эта маленькая, да, Оля? Да, маленькая. Давай. А я ж, девочки, тушила голубцы в духовке, как вы мне советовали всегда. Протушила 1,5 часа. Мне на вкус, как вот, нету такого, как в мультиварке. Ну, Женя 2 попробовал, фарш внутри все готово. А вот капуста нету вот этой. Может, это капуста не такая. Не такие, как в мультиварке, вот я всегда готовила. Так, смотрите, какая рыбка.
Одна провесная, одна копченая. Так. И еще мы взяли вот такую рыбку. Сейчас порежу. Красивенькая. А, вкусно пахнет. Так, сейчас я ее почикаю. И, в общем, я Ане привезла голубцы. Я говорю: Аня, возьми, сложи их в кастрюльку, протуши еще раз. Но они не такие вот, как всегда. Девочки, в чем проблема? Готовить всегда, как я готовила. Или дольше надо готовить? Ну, я почитала даже в интернете. Ну, готовят час. Я полтора готовила. О, тяжело резать. Надо... Микуська, что ты бегаешь? Дети верещат. А Назар ездили с Демидом, ну, Олег возил их в кино. Я говорю: Демид, тебе понравилось? Он говорит: да. Я говорю: а еще поедешь? Он говорит: нет. Ему это не понравилось. Это понравилось, да. Олег говорит: нет, он не хотел сидеть там. Хотела бы опустить. А тут же ж ручки немає. Красивая такая рыбёха. А, вкусно пахнет. Да мы решили пиво попить. Пиво попить. Ну, останьтесь. Ты ж Микуську взяла. Я не... А чё? Папе завтра с утра уезжать, у Софии школа. А во София сколько? Ой, вам оставайтесь. Ну, посмотрим. Не, ну, папа не будет. Аня пробует. Капуста дубовая. Она должна таять во рту. Ну, у меня всегда не тают во рту. Это я не знаю, что это получилось. Давай перекладывать. Я а говорю, ты в духовке сюда готов? Никогда я в духовке. Мне все пишут: Наташа, что ты в духовке? Ну, вот мне писали девочки, они запекают в духовке. Я всегда делаю... мультиварки. И медленно, но мне там томится. Не знаю, что не так. И подливы было много. В конце уже кипело. Даже я этот, ну, переживала, чтобы не потекло, с формы не вытекло. Я сейчас сложу они в кастрюльку. Она включит на медленный огонь, и пусть они протушатся. Такие красивенькие голубчики. Никогда у меня такого не было. Или же это капуста такая. Может быть, девочки. Я уже 100 раз спрашиваю. Вот это же... Так. Все, поставим, да? Тушите. Я же ебискус забрала. Да? И тебе подписчица просила передать привет. Олечка. Она там живет рядышком с нами. Угу. Посадим гибискус от нее. Она говорит: так хочется встретить вас хоть когда-нибудь с мамой вместе. Да, ну, она сначала войны смотрит. Спасибо большое. Так, капустину я тебе купила на борщ. Да, я завтра буду готовить. Он мясо разморозил. Сейчас уберем его в холодильник. Угу. Может, и бульон сейчас поставлю, пусть. Угу. Так, курочка табака. О, я как красиво. Да, перевернуть и порезать. Да. Она какая. Нагрелась? Красивая? Угу. Да, давай. Давай. Давай я вот этот нож промою и порежу. Моющая. Давай. У меня тряпки закончились. Я умираю. А что, это и хорошо? Нет, отвратительно. Дай, дай мне ее. Да не три, дай. Я тут на месяц наляк. Сейчас. Ты мне за кофе что спрашивала? Ты мне говорила 2 раза за кофе что? Вообще за кофе ничего не говорила. Надо же порезать. Курочка гарная, девчатки. Девчатка.
пахнет чеснок, вкусненько. Чеснок пахнет. А вот. Пиццы вы уже поели, холодные, да? Нет. Нет, вот эту мы уже почти все съели. Ага. Спасибо, дочечка, за гостеприимство. Mm-hmm. Было хорошо. Так, что тут? Я тебе пасты отдала. Ага. Микина одежда, я ее не одевала. Косточки, все. Одежда. Микки, я тебе делала. Пеленку, Аню, берешь, она чистенькая. Ага. Хорошо? Ага. Все, мы едем домой. Все. Погнали? Да. Василиска, пойдем. Аня говорит, ты хоть бы на батареи мои посмотрела. Красивые, беленькие. Ты в спальне красила, да? Да. Ой, конечно. Красиво. Спальня бежевая больше подходила. Да, мне не нравилась бежевая. Беленькая хорошо. Вот беленькая отлично. Беленькая батарейка. Микки, что за кувыркание? Давай, пошли, такси приехало. Ой, как у себя дома в этом винограде. Винограде, да? Тумбочка моя. Ладно, все, погнали. Все, пошли. Извини, я тебя не убираю. Там, как обычно. Да ладно. Я приеду к тебе, поубираем с тобой цветы. Давай, Тёмки. Девочка. Дедушку целуй. Все, пока, моя хорошая. Все, поехали домой, давайте, девчонки.